Сплошной каток. Видите, какие лужи. Сейчас они растаяли, а вечером, ночью они заледенеют и станут льдом. Сплошной лед. С крыш капает, и вот эта наледь становится все толще и толще. Все более скользкой. Что характерно, что рядом здесь есть аллея. Она просыпана, она очищена. То есть вот разница массачи на аллейке и массачи на тротуарах. Вот мы с вами сворачиваем во двор. Здесь все покрыто льдом. Где нет снега и льда, это в том месте, где проходит теплотрасса. Там, где она заканчивается, мгновенно начинается лед. Вот он. Вот я сейчас подхожу к тому месту, где стоит трактор, который должен вот это все безобразие чистить. У трактора отсоединена щетка, учитывая, что снега несколько дней уже не было. Такой здесь примерший снег. Можно судить о том, что эта щетка не действует и не работает уже очень давно. Вот он сам трактор стоит, тоже заснеженный. Для чего его приобретали, если он ничего, никакую функцию не выполняет? Также здесь стоит вот эта страшная телега. Дворник собирает мусор. И вот здесь вот возле наших подъездов такая красота. Все время. Нечищенный снег даже здесь. Вот в этом подъезде базируется КСК и живет непосредственно сам дворник. И он даже здесь не может убрать снег. Когда жильцы спрашивают у дворника, почему он не чистит, он говорит, что бензина нет. А почему щетку отсоединил? Потому что щетка, говорит, сломалась и не работает. Видите, здесь тоже все заледеневшее. Вышли с двора, станция метро Байконур. Велодорожки очищают прям чисто и качественно. Видите, здесь нет ни льда, ни снега. Чего не скажешь о тротуарах. Правда, здесь вот такую дорожку все-таки прочистили. Почему его не посыпать тоже чем-то? Не почистить точно так же, как велодорожку. Или что у нас? Велосипеды в приоритете, а пешеходы должны падать. Вот сворачиваем во двор. Сразу видно, что здесь не чищено очень давно. Вот с этого дома непосредственно женщина ко мне обратилась вчера. Звонила и просила сделать это видео и отправить обращение в Open Алматы. Обращение я уже отправила. Мне присвоили номер. Сказали, что ответ можно ожидать в директ, мне его отправят. Вот смотрите, вот возле домов лед. Так, везде. Ну, естественно, с крыш капает. И возле подъездов образовываются натуральные катки. Ходить здесь категорически опасно. Помимо того, что падают сосульки, еще и очень скользко. Ладно, трактор не работает, возможно. Но почему не посыпается песком? Почему не чистится? Раньше, насколько я помню, всегда дворники чистили с ломиками, с лопатами. Почему сейчас этого не делается? Я так понимаю, ждут весну, что там осталось? 3 дня зимы. Скоро зима закончится, а снег и лед растает сам. Зачем, наверное, тратить на это деньги? Да? Вот мы с вами вот так быстро обошли весь двор. Вот он. Кругом лед. И ничего не чищено. Мало того, у нас не горят фонари в этом дворе. Вот мы с вами сейчас выйдем на Байтурсынова, ближе к Сатпаева. С крыш, я так понимаю, падали куски льда. Такие глыбы льда. Все прям на тротуаре. Такая красота. Это все на выходе из двора. Байтурсынова и Сатпаева. Какая красота, как прекрасно почищена велодорожка. Вот эту территорию, видимо, чистит, наверное, ломбард и гостиница. Небольшой участок тротуара чищенный. А все остальное точно так же. Где-то вытоптано, а где-то лед. Такой укатанный лед. Как здесь ходят старики. Вот видите, получается, вот этот фонарь не горит. Адрес Сатпаева 106. Такое здесь бездорожье. Вот эта стройка разнесла нам всю дорогу. Здесь ямы и рытвины, но сейчас снег, этого не видно особенно. Когда снег сойдет, будет видно явственно. Видите, как здесь просто страшно ходить. Такие сугробы. Вот этот фонарь тоже не работает. Он находится напротив дома Байтурсынова 98/1. То есть вся вот эта вот часть двора, она в темное время находится во мраке. Этот фонарь тоже не горит, находится рядом с домом Байтурсынова 98/1. И вот так везде мусор, который никто не собирается убирать.
Вот так вот, чтобы не подскользнуться, надо идти прям притык к зданию. А здесь, ко всему прочему, еще падают сосульки, что тоже очень опасно. Кстати, да, бегают беспризорные собаки. Этого щенка еще недавно не было, откуда он взялся. Возле маленьких двухэтажных домов вообще всю зиму никто не чистил снег. Потому что даже на ступеньках раньше тоже посыпалось солью, вот это убиралось со ступенек. Сейчас эту наледь никто не трогает. Вот этот снег весь, который лежит с начала зимы, никто никогда не чистил. Когда при нашем КСК были дворники, их у нас было, по-моему, 4, каждый дворник был закреплен за своим участком, и был порядок во дворе. Во всяком случае, если были какие-то проблемы, жители могли обратиться, и это на месте устраняли. Сейчас вот так. Вот, кстати, я вижу дворника. И, судя по всему, он с лопатами двигается откуда-то. Наверное, где-то он что-то чистил. Это наша мусорка. Что интересно, то что специально нам привезли вот такой вот контейнер плетеный. И вот его почему-то вообще не вывозят. Как вот его забили сколько месяцев назад, так он и стоит. Вывозится все, кроме вот этого контейнера. Вот так. А люк, который я показывала недавно, что он открыт, все равно приоткрыт. При том, что когда человек приезжал, отчитывался о том, что люк закрыт, он действительно был закрыт. На фоне дома Сатпаева 25. В общем, все везде вот так.